Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 6 марта. Наши бабушки и дедушки в этот день по приметам судили о будущей погоде. Если птицы вьются над гнездами, погода переменится. Несколько дней подряд дует западный ветер. К сырой погоде. Коль воздух за окном сухой, значит, впереди потепление. А какая же погода ждет нас завтра, 6 марта? Сейчас я вам об этом поведаю. В селе Цветнополье Азовского немецкого национального района Омской области зима сдавать позиции не торопится. Ртутный столбик остановится на отметке -7 градусов. Будьте аккуратны. Из-за небольшого похолодания возможен гололед. Весеннее пальто впору надевать жителям хутора Цветной Зерноградского района Ростовской области. Воздух там прогреется до 15 градусов. Как же я люблю весну! Все цветет и распускается. Красотища! А вот в поселке Цветногорск Багратского района Республики Хакасия -5. Какая же все-таки у нас удивительная страна! Пока у одних жара, у других еще снег идет. В селе Цветное Кочубеевского района Ставропольского края +17 и яркое солнце. Это и не удивительно, это же Крым. Эх, сейчас бы на море, но некогда. Кто же погоду вам рассказывать будет? А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!